Как нас обманывают в продуктовых магазинах. ММДМ с арахисом, 145 грамм. Вообще получилось 147, но одна штучка застряла просто. Большое яйцо киндер, 100 грамм. Интересно, это с игрушкой? С игрушкой яйцо весит 170 грамм, а без игрушки весит 103, так что все четко. Отдаем свое яйцо ближнему. А вот такая игрушка попалась. Рафаэлки, 100 грамм. Очищаем их от упаковки и смотрим вес продукта, все четко. Орео мини, 100 грамм. Высыпаем в тарелку и смотрим вес, ровно 100 грамм, ни больше, ни меньше. Мармеладки Харибо, 175 грамм. Все четко, получилось 176. Ну что, кого еще проверить?